На Алтае они не в первый раз. Петербуржцы приехали не в честь круглой даты. Память о блокаде уже давно связала жителей северной столицы с Алтайским краем. Сюда в годы войны массово эвакуировали ленинградцев. Одна из таких историй 7 лет назад заставила Елену Сафину приехать в регион впервые. На одном из петербургских каналов местных наших вышел сюжет о трех блокадницах, которые связали свою жизнь с Алтайским краем, потому что не смогли вернуться в Петербург. И мы как-то откликнулись с ребятами на эту историю, собрали посылки, у нас началась переписка. Теперь в рамках проекта «Петербург-Ленинград-Боровлянка» Елена привезла на Алтай целую делегацию. И музей памяти школы номер 24 стал одной из точек их путешествия. И неспроста. Все экспонаты привезли из раскопок сами дети. Уже много лет на базе школы существует поисковой отряд «Искра». Искали в том числе и под Ленинградом. После пробной поездки на раскопки стало ясно, что детям это необходимо. Они почувствовали, как там несколько лет в этих болотах сидели, значит, наши солдаты без пищи, без боеприпасов, и все равно отражали, были в окружении, отражали вражеские атаки. И они вернулись оттуда другими. Обмундирование, снаряды, предметы обихода. Школьники поднимали из-под земли даже останки солдат. Отряд «Искра» вырастил целое поколение поисковиков, которые полюбили и почувствовали историю. Я работал антропологом, то есть мне было интересно работать антропологией. И мы поднимали останки бойцов, я уже определял, какая есть кость, ну, как бы понятно. И, ну, вот мне на этом понравилось, я решил дальше работать поисковиком, поднимая останки ваших бойцов. Посетив краевые музеи, пообщавшись с эвакуированными на Алтай, петербуржцы задались вопросом, почему бы не отправить ответную делегацию? Среди жителей края есть потомки блокадников, которые даже не видели Петербурга. А ведь ради этого города их родные пережили самую страшную блокаду в истории. Андрей Дриер, Николай Шилко, «Наши новости».